Врач УЗИ приходит в палату интенсивной терапии к пациенту, которого накануне вечером привезли с инфарктом из райцентра. Первую помощь ему оказали вовремя, уже в Рязани сделали операцию. И хотя состояние стабильное, за основными показателями здоровья все равно нужно следить. Сейчас я смотрю потоки крови в сердце больного. Новый аппарат УЗИ уникален в первую очередь своей мобильностью. Когда нужно провести обследование, не пациент идет к диагносту, а врач приходит в палату, что немаловажно для кардиодиспансера. Например, больным после инфаркта лишние движения ни к чему. У нас был портативный аппарат, но его надо было нести в руках. Он весит 11 килограмм. В общем, достаточно с ним хлопотно. Вот. И кроме того, тот аппарат, вот, в отличие от этого, он не имеет возможности записи клипов, вот, какой-то передачи потом изображений. Здесь можно и на съемные носители передать изображение, записать, потом это все проанализировать. Аппарат можно быстро включить и не думать о том, есть ли свободная розетка в палате. Он может целый час работать без электричества от аккумулятора. Уникальность этого аппарата в том, что его можно использовать во время операции для того, чтобы оценить, насколько успешно проведено вмешательство. Уже на этой неделе одному из пациентов диспансера будут устанавливать искусственный артальный клапан, и новый аппарат УЗИ будет работать в операционной. С его помощью врачи будут следить за тем, как работает новый протез. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».